Кургане за неделю снизились цены на дизельное топливо на 0,3%. Снижение зафиксировал Курганский комитет статистики. Средняя цена за литр составляет 32 рубля 63 копейки. А вот бензин остался в прежней цене. 76-й стоит 27 рублей 43 копейки. 92-й в среднем 30 рублей 46 копеек. 95-й 32,75. Таким образом, за полгода уровень цен на бензин самой ходовой марки АИ-92 поднялся почти на 10%. Стоимость 95-го выросла более чем на 7%, 76-го на 2%. И только дистопливо стало дешевле на 2,5%.